Всем привет! Сегодня будет промежуточное видео о моей стратегии, но опять же будет очень много интересной и полезной информации. Обязательно досмотрите его до конца. Итак, погнали к моим отчетам. Вот, видите мой счет. Мой основной аккаунт на мое имя, кто не знал, у меня несколько аккаунтов, но на другие имена. Еще раз повторюсь, что на одно имя должен быть только один аккаунт. И лучше всего пользоваться электронными кошельками. Если у вас нормальный банк, конечно же, можете пользоваться картой. Итак, еще раз напоминаю вам свою торговую систему. Риск менеджмент. Обязательно. Люди будут говорить, ты опять говоришь одно и то же. Да, я буду в каждом видео говорить одно и то же, чтобы, не знаю, вы это усвоили. Повторение, мать учения. Ребята, если я говорю одно и то же, почему вы этому не следуете? Это грааль. Это стратегия. 1000000-процентная, блин, стратегия. Просто берите и повторяйте все то, что я вам говорю. Вам просто нужно скопировать Ctrl-C, Ctrl-V. Все. И повторить это у себя. Это работает. Вы знаете, что у меня одна стратегия. У меня нету других стратегий. Зачем другие стратегии? Мне 2 года вот эта вот стратегия приносит стабильный доход. Просто пользуйтесь. Итак, риск менеджмент. Это 2 сигнала в день. 2 сигнала в день, видите? 4-е. 2 сигнала. 3-е. 2 сигнала, вот это вот один сигнал. Вот, это один сигнал. И я покажу, какую ошибку допустил. Будем разбирать ошибки, будем все анализировать. То есть, вот эти вот все сигналы, смотрите, все плюсы, да? Это сигналы по горизонтальному скальпингу. Одни плюсы. Если строго торговать в горизонтальном скальпинге, не знаю, ну 90% у вас будет сигналов заходить в плюс. Только я вот отойду от своей торговой системы, я сейчас вам все покажу на своих скринах, потому что вы знаете... Я делаю отчеты. Вот, только я нарушу свое правило. Все, смотрите, 2 сделки в минус. 30-е 2 сигнала. Возврат не считается сигнал, но здесь посчитал и решил остановиться. 28-е, видите, 2 сигнала. 26-е 2 сигнала. Опять же, этот счет чисто для обучения. Я показываю вам правильную строго торговлю. Смотрите, 1-я сделка. Где money management, мне люди говорят. 1-я сделка, у меня 0,5% от депозита. Но здесь, видите, да, я использую догоны, потому что я мало уделяю времени торговле. Вот люди меня спрашивают, в какой ситуации торговать фиксой, а в какой ситуации использовать догоны. Фикса – это фиксированная сумма. Вот 10% от депозита, и вы никогда не повышаете и, например, не уменьшаете сумму сделки. Если у вас процент прибыльных сделок больше 60, если у вас есть своя стратегия, вы ее отработали, вы ее протестировали, проверили, и вы знаете, что у вас этот процент стабильный, вот тогда можете спокойно торговать фиксой, вы уделяете много времени торговле, вы очень много анализируете. Я мало времени уделяю торговле, поэтому, видите, я использую догоны. Переходим к моему счету. Видите, на счету у меня 10 тысяч, было больше. Я вывожу деньги. Я говорю, что в каждом видео я буду показывать, что я вывожу деньги. Вся фишка в заработке. Вам нужно зарабатывать, а не разгонять. Кому не нравится такой подход, смотрите, другие каналы, там ребята херачат по 300 тысяч на одну сделку, они разгоняют, они крутые, вот люди смотрят на это все и думают, я вот тоже с 350 рублей смогу разогнать счет. Нет, не сможете. Это путь к сливу, вы сольете. У меня красивой картинки не будет. Я буду вам показывать реальную торговлю. Я вам буду показывать все на своих реальных примерах. Так, переходим в вывод средств. Операции. Итак, смотрите, ребята, здесь у вас все должно быть красное. Берете вот выплата. Вся графа у вас должна быть красная. Вы должны выводить деньги. Сделали вот 10% от депозита, вывели. Сделали 20% от депозита, вывели. Выводим деньги. Самая здесь у бинарных опционов такая вот, я не знаю, как это назвать. Замануха – это жадность. Это жадность, и благодаря ней вы сливаете депозит, ребята. Вы смотрите на других трейдеров, они разгоняют там депозиты. И вы, например, вот с 10 тысяч, да, разогнали до 20. И думаете, ну давай-ка я попробую до 30. Сделали 30, но деньги вы не выводите. А потом думаете, ну с 30... И я до 50 смогу разогнать, в принципе, недалеко. Разогнали. И потом вы хотите сотку.
а сотку потом вы думаете, ну блин, я смогу, если я смог до сотки, я смогу. И до миллиона, например. Жадность, жадность, жадность. Вы хотите разгонять, разгонять, разгонять. А когда зарабатывать? А деньги никто не выводит. И в один прекрасный момент вы не привыкли к таким большим деньгам, вы не привыкли к такому депозиту, потому что начинали вы с 10, разогнали, например, до 200 тысяч, и вы все сливаете. Вы на эмоциях, вы опять закидываете деньги. То есть, казалось бы, да, ну с десятки сделал ты 200к. Да какого хрена ты не выведешь свои деньги? Выведи хотя бы 10 вложенных своих денег. Выведи хотя бы 100 тысяч. 50% от депозита. И дальше себе торгуй со спокойной душой. Но нет. Людям мало. И они хотят все больше и больше. И вот здесь вы сливаете. Так что я вас учу зарабатывать. У меня вот этот вот счет будет строго по 10 тысяч. Я заработал, вывел, заработал, вывел. И этому я вас буду учить. Такому никто не учит. Потому что, видите, это... некрасивая картинка, да? Люди думают, ну что ты, блин, за трейдер, если ты не можешь разогнать депозит, ты какую-то нам херню толкаешь. Но в долгосрочной перспективе люди понимают, что как раз-таки это и правильная торговля. И я на это рассчитываю. Я не рассчитываю, что люди вот посмотрят, скажут, вот ты крутой, я буду, например, торговать с тобой. Нет, люди это поймут со временем. Они походят по другим трейдерам, поймут, что это все херня, и поймут, что без money management, без риск management вы не сможете зарабатывать, не сможете. Да, вы сможете разогнать депозит за один день, там, в 10 раз, да, это все реально, это все возможно, с десятки сделать сотку возможно. Но вы в таком случае никогда не остановитесь. Вы захотите большего, и вы сольете. Как быстро вы заработаете, так же быстро вы и потеряете эти деньги. Так, вернемся опять к моим сделкам. Еще раз, ребята, это грааль, просто вам нужно его применить. Примените это все в свою торговлю. Вы не представляете, какие будут результаты. Так, возвращаемся к моим сделкам. Итак, кто не знает, что это такое, это мой торговый дневник. Торговый дневник я бы вам посоветовал, только скринами ведите. Все, что вы будете записывать, например, время там сделки, еще что-то, это хорошо. Но основной информации вы оттуда не получите. Вот, вы нажимаете на скрин, и вы видите, да, в какой ситуации вы зашли. Вы можете проанализировать. Очень важно. Итак, смотрите. Опять же, горизонтальный скальпинг у меня все плюсы. Смотрите, отличный горизонтальный скальпинг. Смотрите, да, вот на пике. Были пики, и я от уровня захожу, получаю плюс. Вот, это же ситуация. Бывает, я вот захожу на одну валютную пару, вижу хорошую ситуацию, вот, есть уровень сопротивления. Все шикарно, да? График, конечно, здесь колбасило, но все нормально, сделка закрывается в плюс. Дальше. Переходим к ошибкам. Смотрите. Вот, один сигнал. Какую я допустил здесь ошибку? Где здесь нормальный горизонтальный скальпинг? Вот, например, такой, да? Когда у вас есть четкие два уровня, и когда цену вот так вот колбасит. Вот это вот шикарная ситуация. В таких ситуациях, ну, 90% у вас будет плюсов. Вам их просто нужно иметь терпение находить. Вот. На что я здесь рассчитывал, да? Смотрите, какая глупая ошибка. Я вроде бы посмотрел на предыдущую ситуацию. Сейчас идет разбор ошибок. Смотрите, анализируйте. Посмотрел на предыдущую ситуацию. Вроде бы, да, резкий выстрел, откат. Я подумал, да, вот резкий выстрел к уровню, да? Но, смотрите, цена притормозила, еще раз произошел выстрел. Притормозила, еще раз произошел выстрел. В таких ситуациях люди сливают депозит. Это самая распространенная ошибка. Они не останавливаются. Вот для чего нам риск менеджмент. У вас строго, например, два сигнала. И вы знаете, что... в этой ситуации, если сделки заходят в минус, вы уходите с рынка. Вы никогда не сольете депозит. Я говорил, что люди сливают депозит за час, а зарабатывают там, а разгоняют его 2 месяца, да, а сливают за час. Да какие за час? За 5 минут люди сливают депозит. Вот в такой ситуации, смотрите, тут 30 секунд, еще догон. В таких ситуациях цена может херачить вверх, я не знаю, на 10 ступеней, и вы будете ставить на понижение. Ни в коем случае не допускайте такую ошибку. Я, видите, да, заключил здесь сделку с догоном и понимаю, что
нужно уходить. Вот риск менеджмент. Я ушел, нашел шикарный скальпинг и здесь уже заработал. Все, и сделка закрывается в плюс. Видите? Все просто. Но не дайте таким вот ситуациям овладеть вами. Только так вы сливаете депозит. Так, следующая ситуация. Здесь есть уровень. Я зашел сразу же от уровня, не дождался разворота. Здесь возврат. Смотрите, вот. Вот это вот вообще идеальная ситуация. Я в таких ситуациях торгую. Я их просто обожаю, эти ситуации. Их тяжело находить, чтобы они просто вот такие вот были идеальны. Чем лучше вот эта вот ситуация напоминает предыдущую, тем вообще шикарно, да? Цена ведет себя так же, видите, и сделка заходит в плюс. Отличный скальпинг. Следующая ситуация, смотрите, здесь шикарный уровень сопротивления. Я на пике, заключаю на понижение. От просадки на повышение. Почему я здесь заключил на повышение? Потому что здесь был уровень. Вот следующий скрин. Эта же ситуация. Вот уровень поддержки. И все шикарно заходит. И не нужно никаких индикаторов. И можно торговать с телефона. Главное соблюдать money management и risk management. Ребята, это все, это работает. Не пишите мне, что ты уже это говорил. Хватит, мы хотим другую стратегию. Зачем вам другая стратегия? Эта стратегия работает. Я показываю то, что работает у меня. И я на этом стабильно зарабатываю. Почему бы вам это все не применить? Все гениальное, самое простое. Запомните это. Так что, ребята, выносите пользу с моих видео. И применяйте уже конец концов все то, что я вам говорю, в свою торговлю. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Пользуйтесь этой группой в качестве обучения. Торговать вы должны научиться сами. Ребята, это не кнопка бабло. Вы должны смотреть, как я захожу в сигналы, как я анализирую, торгую. Мы здесь, кстати, каждый день с 17:00 по МСК и в выходные тоже. Чисто группа для обучения. Смотрите и торгуйте сами. Здесь тоже есть money management, risk management. Этому всему я учу в этой группе. Еще раз. Три основных самых правила. Money management, показал, блин, 4. Money management, risk management и своя торговая система. Все, ребята, это все, это грааль. Просто вам нужно строго этому следовать. И все. Чтобы попасть в мою группу, достаточно написать сообщение сообщества. Прими в команду. Еще раз напоминаю, у меня только одна группа. У меня нету никаких VIP-групп. Одна группа в ВК. Все остальное это развод и мошенники. Я никогда никому не пишу первым. Я никогда ни у кого не беру денег. Я наоборот провожу конкурсы. Каждый день я раздаю по 500 рублей в открытой и закрытой группе. Каждый день. Так что все остальное мошенники. Все оригинальные страницы у меня в описании под видео. Не ведитесь на мошенников. Пишите «Прими в команду». И нажимаете «Отправить». Также смотрите статистику моих сигналов в телеграм-канале, в открытом телеграм-канале. Вторая ссылка в описании. Вход в мою группу только через это сообщество. Первая ссылка в описании. Вот, прогноз не оправдался. Вот, все сигналы. Я дублирую сигналы в телеграм-канал. Не этот телеграм-канал, закрытый телеграм-канал. Этот канал чисто для статистики. Вы можете посмотреть, как мы торговали. Вот полностью все сигналы. Видите, да? Также, ребята, подписывайтесь на канал по торговле. Третья ссылка в описании. Здесь подписчики присылают мне свои видео. Нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также у меня есть канал с отзывами. Кто не знал, четвертая ссылка в описании. Подписывайтесь, называется вот «Инстардинг отзывы». Здесь люди рассказывают, как изменилась их жизнь. Рассказывают обо всем, о книгах, о торговле, о своей системе. Очень много интересной и полезной информации. Так что смотрите. Ну и не забудьте подписаться на мой основной канал. У нас уже 119 тысяч. Обязательно подписывайтесь, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Почти уже 120 тысяч. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи, больших денег. Пока.